Детская медицинского колледжа. Чек, чек. Если не знаешь, попутывайся сам, придурок! Настя, Рута, Настя, Рамазан! Блядь, я с твоей
хочешь? Нет! А если так? Нет! Нет? А если так? Нет! А если так? Нет! А если вот так? Ну хорошо, мы же все-таки команда. Иди объявляй первый миниатюр. Брайан Стрейзер. Теперь наша сценка случая на выборах в Дагестане. Здравствуйте, девушка. Вот мой паспорт. А что, вы к нам с Москвы приехали, да, выборы проводили? Да, а что тут такого удивительного? Брат, я тебя так давно искала. Сестра! Брат! Я тоже Магомедов! Сестра, брат! Брат! Да. Я тоже Магомедова, братья, сестра! Сестра! Может, все-таки мы однофамильцы? Наша сценка – предвыборная речь Гитлера. Бородач! Дорогие мои избиратели, прослушайте мое предвыборное обращение. Я обещаю поднять вашу инфраструктуру. И короче, он несет полную чушь. Я-я! А, ты-ты! Я! У вас будут новые рабочие места. А главное, я разрешил провести гей-парад в Махачкале. Следующая миниатюрка – депутат из Якутии. Бородач! Добрый вечер, мои избиратели. Ой, я вас что-то не вижу. Ага, теперь вижу. Пожалуйста, послушайте мое предвыборное обращение. Почему не пойду? А ты меня все толстым обжимаешь. Где я толстый? Вообще я не толстый. Не пойду я туда. Тихо, мой хороший. Тихо. Пойдем, покушай. Я тебе там барана зажарил. А пойдем, мой хороший. А у нас реклама. У вас заложен нос. Вам нечем дышать. Носок и слама. Лучшее средство заложенного носа. Слава! Ответственно, слушаем на выборах. Девушка, сколько можно ждать? Вы видите?
куда да? ни прийти, не да, вот невозможно, кошмар! Товарищ, можно я пройду? Да, конечно, можно, проходите. Я тоже... Что это такое вообще? Тихо, я должен проголосовать. Я, девушка, вот мой паспорт. Я должен, я... Вот, истинный патриот нашей страны. Ему не безразлично, что творится в нашей стране. Следующая миниатюрка – «Любовь Слава». Полюбишь и косу. Где ты? Где ты, моя красавица? Не удержал, ой, не удержал! Ну где ты, любовь моя? Где? Где ты, козочка моя? Посудина, вот тебе деньги. Сходи за солью и сахаром. Хорошо, мама. Ла-л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 а. Мальчик, ты куда? Мама сказала купить соль и сахар. У меня есть все. Какой тебе нужен? Мне, пожалуйста, вот этот и вот этот. А деньги принес? Да! Вот! Куда соль насыпать? Вот сюда! А куда сахар насыпать? Вот сюда! Спасибо! Ла-л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 а! Ну что, купил? Да, мама! А где соль? Вот! Мама, это все дяденька, мама! Ура! Ура! Сын родился! Сын! И 120 дочек, единственный сын! Ура! Мой сынок! Радость такая! Сынок! Плачь, как мужчина, я тебе говорю! Сынок, вымлю соску, Ай, ничего, в горшке найдем. Пап? Пап? Вы слышали? Не мама, а папа! Барсонки, а? Родиться не успел, уже не спину грязет. Сынок, плачь как мужчина! Тихо! Папа тебе не только барсонки, но и черную приору купит. Тихо только! Ты мой хороший! Уберите от меня этого придурка! Продать!
Не, ну, Дима, ну ты красавчик, я тебе скажу. Не каждый такой КВН организует. Ну, было у кого учиться. Ну нет, Дим, ну ты мне льстишь. Я вообще-то за ведущего сказал, честно. Ну, ну ты все равно красавчик, такие команды хорошие, особенно вот эти, чах-чах. Да, молодцы ребята, стараются, второй раз на сцене так выступить. Ну, молодцы. Наши ребята, наши русские богатыри. Да, да. Что-нибудь больше еще интересного будет, может пойдем? Да, пожалуй, пойдем. Надо все равно дальше поднимать. Да, ну, пожалуй. Здравствуйте. Этот год для всех выпал очень тяжелым, но мы работали. Работали и еще раз работали. Особенно команда «Чах-Чах» работала. Согласитесь, Дмитрий Анатольевич. Согласен, Вова. Дмитрий Анатольевич, во-первых, Владимир Владимирович. Во-вторых, Мирзамет Эмирметович, включайте музыку. Любите не чашаку, чтобы этого нет и вечно. Он был красиво, а вот слова красиво. И с вами я помазал, вот они вороная сила. Команда «Чах-Чах».